только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении. И получаете до 100% каждый месяц. А еще 5% в категориях гарантированно и кэшбэк 10% в супермаркетах в июле. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Ну, всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня вам покажу читерство в разных режимах Чирингана. Позвольте мне показать все, которые я знаю. Ладно, и еще, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Мы добьем 2000 подписчиков где-то к следующему месяцу. Ладно, не буду тянуть, а мы начинаем. Позвольте показать нам первое читерство. Заходим в Battle Royale Teams. После этого нам надо дождаться целого раунда. Ждем. Пока что подпишитесь на канал и поставьте лайк. Нам очень приятно, а вам очень легко. Одним движением пальцев вы это и сделаете. Так, катка началась. Нам надо выйти и забрать какое-то топовое оружие. Никто не знает, что там есть тычка. Короче, сейчас мы вот это вот заберем, я вам покажу. О, электрошокер! Электрошокер нам надо. После этого спавним порталы и какую-нибудь платформу. Типа этой. После этого убираем ее под землю для начала. Отойдем, убираем и кладем. Так. И после этого мы так вот залезаем и все. И, как говорится, убираем порталы, чтобы никто к нам из врагов не затемился. После этого мы идем там пониже спускаемся, и все. Мы можем любого через карту вот так вот, таким движением убивать. Это я называю самым читерским сделкой. Эх, конечно, классно то, что мы это сделали. Переходим к следующему. Следующее читерство заключается в том, что надо зайти в Battle Royale PvP. И нам надо построить. Но для начала нам надо выйти, чтобы забрать какой-нибудь кейс. Чё ты выходишь? Так, ладно, вот, я вижу уже кейс, давайте мы его откроем. И там ничего нету. Ладно, суть не об этом. Суть такая, то что мы просто спавним дощечку и поднимаемся. Это, наверное, каждый второй знает в Чикингане, но если кто-нибудь не знает, я вам расскажу. Ждем начала раунда, а он уже скоро. Вот, мы зашли на раунд, после этого нам надо спать дощечку. Чего вы меня ударяете? Чего вы? Если это подключается, то мы можем просто таким читерским способом. Все. И после этого мы можем так вот достать винтовочку какую-нибудь. И все, и атаковать. Он какой-то постоянно ходит. Неудобно в него попадать, конечно. Блин, куда ты уйдешь? Куда ты идешь? Ладно, суть не об этом, а суть такова. Сейчас я вам ее расскажу. Ну что, нам просто, как говорится, еще здесь надо построить базу, чтобы никто нам не навредил. И вот я не построил базу, и посмотрите, что скоро появится. Просто. Я не построил базу, и все. Мне так. Ну ладно. Ну что это поменялось все? Вижу, офлайн создал. Бежим! Бежим, просто бежим! Все, пока иду с видоса, это знают каждая мини-голос. Блин. Ну, Чикинган, Я понял. Всем пока и до свидос. Это знает каждая... Ну, пока, кокос.